Всем привет! Сегодня будет видео для тех, кто ждал торговлю. Подготовил я для вас очень классный отрезок торговли. Будем учиться, анализировать, так что досмотрите это видео до конца. А перед тем, как мы начнем, хочу вам сообщить, что у меня в закрытой группе произошло просто историческое событие. Получилось сдать 18 плюсовых сигналов в ряд. Представляете, 18 плюсов в ряд. Я вам могу с уверенностью сказать, что такого не было ни в одной закрытой группе. Плюс, для тех, кто не знает, у нас в закрытой группе также происходит розыгрыш 500 рублей ежедневно на постоянной основе, так же, как и в открытой группе. Но в закрытой группе вам ничего делать не нужно. То есть, если вы являетесь участником моей закрытой группы, вы автоматически участвуете в розыгрыше. Вот такой вот приятный бонус я сделал для своих подписчиков. Также у нас самая большая сигнальная закрытая группа. Вот так вот, видите, все происходит. Я каждый день в 11 часов публикую пост. Пользователь оставляет свой кошелек, и я ему скидываю деньги. Ну, давайте пройдемся немного по торговле, потому что люди просят показать торговлю. Так вот, плюс 900, плюс 100, плюс минус 400, видите? Плюс 90 к депозиту, плюс 2, плюс 2, плюс 3, плюс 3. Вот был очень шикарный день, плюс 3 тысячи, плюс 22 тысячи у кого-то. Вот, плюс 5. Вот, видите, у кого-то минус 100, минус 100. Я провел работу над ошибками и спросил, почему? Почему так? Вот очень-очень шикарный день, и найдется где-то, например, 5 человек, где-то 10% со всей аудитории, у кого минус. И знаете, что мне люди ответили? Люди не следуют сигналам. Люди ставят, как им захочется. Сигнал на 5 минут, они ставят на минуту. Сигнал на одну валютную пару, они могут перепутать валютную пару. Сигнал на повышение, они могут зайти на понижение, потому что они посчитают, что вот так вот было лучше. И вот они в убытке. И еще. Люди, бывают, ставят весь депозит на одну сделку. Вот идет, например, у нас 5 плюсов, да? Человек думает, ну вот шестой тоже будет. А там, например, 2 минуса у нас. И человек заряжает весь депозит. То есть разогнал, например, с 1000 до 5000, да? По 5 сигналов было в плюс. Он ставит 5000 лыном и сливает депозит и пишет: у меня сегодня минус 5000. Вот такие вот попадаются люди. В основном, видите, 90% у нас зарабатывают. А, так, это этот же день. Плюс 700, вот плюс 12 тысяч. Так, давайте пройдемся по торговле. Четвертый день, для меня стабильность это важно. Сегодня чутко нарушил правила и не жалею. Плюс 6800, от души спасибо, и вам всем спасибо. Вот, смотрите, мы всегда заканчиваем плюсовыми сигналами, кто не знал, плюс, плюс. Вот, видите, минус идет. Минус, опять минус. Видите, 3 минуса в ряд. Никому не верьте, кто вам говорит, что у кого-то 100% сигнал. Такого не бывает. Вот вам реальная ситуация. Потом плюс, потом минус, потом плюс, потом плюс, потом минус. Видите, 9 плюс в ряд. Раз, два, три. Вот вам так вот покажу. Видите, сколько у нас людей торгует в закрытой группе? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Минус, плюс, плюс, минус, минус, плюс. Так, вот новый день. Вот этот вот день, 6 декабря. Вот, 6 декабря мы сделали рекорд. Но здесь как-то у людей не сильно. Плюс 800, плюс 3000, плюс 700, плюс 2000. Потому что есть люди с маленьким депо. Вот, видите, минус 150. Сейчас я уже беру людей с любым депозитом, потому что люди меня так просят, просят. Я говорю, хорошо, заходи в группу с любым депозитом под твою ответственность. Говорю, потренируйся пока на демо, посмотри, как мы работаем. Бог с тобой, пополняй там на 350 рублей и заходи, просто тестируй, да? Плюс 800. Но я людей предупреждаю, что 350 рублей... Даже там 500 рублей, 1000, это слив. Видите, у кого-то плюс, минус 9 рублей. Минус 125. Вот, плюс 7 тысяч, плюс 12 тысяч. Итак, погнали. Плюс, плюс, минус, плюс, минус, минус, минус. Видите, опять у нас 3 минуса было. Вот такая вот реальная ситуация. Вот, смотрите, 18 плюс в ряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
7, 8, 9. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать и вот у нас 18. Вот такая вот, народ, ситуация. Для того, чтобы попасть в закрытую группу, пишите в сообщение этого сообщества вот сюда, вот прими в команду. Только так, по-другому никак. Ни в комментарии, ни мне в личку. Только сообщение этого сообщества прими в команду. Итак, что-то я затянул. Погнали торговать. Итак, погнали. Напоминаю, что видео я уже записал. И сейчас буду комментировать для вас свою торговлю. Смотрите, здесь у нас хорошие ситуации. Хорошие просто флеты на всех валютных парах. Но вот на этой вот валютной паре я буду торговать по тенденциям на британце долларе. Так, здесь я заключаю сделку одну на повышение и еще раз одну на повышение. Просто, видите, увидел какой-то уровень и сразу же заключил сделку, две сделки на повышение. Здесь у нас, видите, цена не может никак пробить уровень. Здесь уже произошло движение вниз. И вот здесь я планирую заключить одну пробную сделку на 3 минуты. Заключаю сделочку на понижение. Здесь, видите, у нас происходит пробой. И я что делаю? Сразу же отменяю сделки. Все. Видите, у меня тоже случаются такие ошибки. Я сразу же закрываю эту валютную пару. И перехожу на другую валютную пару. Итак, смотрите. Какой основной здесь посыл? Видите, тенденции после затухания. Вот резкий взлет. И здесь я с уверенностью ставлю на понижение. Почему? Потому что, смотрите, сколько уже было таких ситуаций. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ситуаций. Видите, после нисходящего тренда у нас идет затухание. И, видите, происходит у нас разворот. Кто следит за моей торговлей, вы можете видеть, что я часто торгую в таких ситуациях. На тенденциях и, после, и на затухании, да, после трендов. Когда идет восходящий тренд, я торгую на восходящем затухании. И когда идет нисходящий тренд, я торгую на нисходящем затухании. Так, здесь вроде бы, да, отличная ситуация. Я думал, что у меня все сделки зайдут, но не тут-то было. Заставил меня Олимп немного понервничать. Вот с этими двумя самыми нижними сделками. Видите, здесь у нас начинается секундный скальпинг. Цена никак не может пробить. И идет одно закрытие. Видите, у меня тоже случается закрытие. Люди говорят, вот у тебя такого не бывает. Все бывает. И эта сделка тоже, вот у нас идет резкий выстрел и меня закрывают. Ничего страшного. Здесь начинается вот такое вот колебание. Здесь у нас 50 на 50. И вот в двух ситуациях, да, мне не повезло. Но зато верхние сделки все у меня зайдут. Раз, два, три, четыре, пять. Пять сделок по 10 тысяч рублей. Так, здесь все шикарно. Закрываются сделки. И я в плюсе. В плюсе на сколько? На 14 тысяч рублей. Вот здесь... Видите, уже начинается секундный скальпинг. Я, в принципе, хотел здесь поторговать. И на этой валютной паре австралиец, японский йен. Видите, какой хороший уровень. Раз, два, три, четыре, пять. Пять раз цена отскочила от уровня. Но здесь у нас начинается фигура треугольник. Вот сейчас я вам покажу эту фигуру. Это фигура треугольник. Мы еще к ней вернемся. Она работает как на... восходящим, так и на нисходящем движении. Вот здесь секундный скальпинг. Я нарисовал уровень, думал я здесь поторговать, но принял решение здесь не рисковать. Принял решение не рисковать. Для тех, кто вот следит за моей торговлей, вы могли заметить, что я уже не так рискую. Я как-то вот
прошлых месяцах, да, вел агрессивную торговлю. Сейчас я уже как-то немного остыл. Может, нужно реально немного поагрессивнее торговать. Вот, здесь я еще заключил сделку на понижение. Знаете, хотел проверить. Хотел проверить еще раз уровень. Видите, я вот смотрю, анализирую, да, не заключаю. Слепо не ломлюсь вот на понижение валить. Я, видите, одной сделочкой проверил, да. Идет движение вверх, я ничего не перекрываю, я просто смотрю. Надеюсь еще здесь, что сделка зайдет, но она у меня здесь не заходит. Видите, уже начинается опасная ситуация, и что я делаю? Я принимаю решение вот уйти с этой валютной пары. Так, здесь у нас опять происходит отскок, и вот здесь вот работает наша фигура, треугольник. И здесь, видите, я заключаю на понижение. Почему я здесь заключаю на понижение? Почему я не дождался, когда цена дойдет к уровню сопротивления? Потому что вот наша фигура треугольник. И чем ближе цена идет к уровню поддержки, чем ближе, тем больше вероятность того, чем выше вероятность того, что произойдет пробой. И здесь уже нужно заключать в обратную сторону. С такой фигурой я уже работал. У меня есть видео. Вот здесь оставлю его в подсказке. С такой фигурой я уже работал. Здесь у меня возврат. И здесь одна сделка в плюс. Я работал на восходящем движении. Сейчас я вам покажу. Вот наш уровень. Уровень поддержки. Вот нарисовал уровень поддержки. И вот наша фигура треугольник. То есть с каждым разом цена приближается к уровню поддержки, высока вероятность того, что произойдет пробитие. Видите, внутри вот этого вот флета, внутри этого коридора, получается еще такой вот мини-коридор. И вот в этом мини-коридоре я уже буду торговать на понижение. Здесь я пока жду, да, видите, здесь цена должна вот сюда вот дойти, вот к этой отметке. И заключила сделку на 2 минуты. Видите, на 1 минуту было бы здесь неправильно заключить. 3 сделки заключил на 10 тысяч рублей, потому что за минуту, видите, да, какие колебания идут, да, минута было бы очень рискованно на минуту заключать здесь сделки. И вот здесь я переключился на минуту, потому что думаю, если еще цена немного пойдет выше, да, я перекрою. Но цена держится, придерживается вот этого уже третьего уровня, да. И я уже здесь просто ожидаю. Видите, вот прошла минута, да. Видео не обрезанное. Видео я немного ускорил. Где-то на 20-30% ускорил его. И вот здесь уже, да, после одной минуты у нас уже идет хороший отскок вниз. Но на вот этой вот сделке, эта сделка меня опять чуть не подвела. Но видите, все шикарно. То есть никакого одного пункта нету, да. То есть кто умеет торговать, этот один пункт. Так, ну вот и все. На этом моменте я принял решение закончить торговлю. 39 тысяч плюс 38 тысяч, да, немного меньше. Вот этот вот уровень. Вот от него я торговал. Вот моя история торговли. Для тех, кто там что-то не верит, можете проверить мою торговлю. У меня часовой пояс плюс 2. Выставляйте свой часовой пояс. И проверяйте мои сделки у себя на графике. Были ли такие сделки, потому что что-то мне не доверяют. Люди говорят, это меняю код элемента. Вот такая вот получилась торговля. Итак, смотрите, произошло то, что я говорил, да? Произошел пробой. Чем ближе график к нашему уровню поддержки, тем выше вероятность того, что произойдет пробой, так и случилось. Вот почему я ставил на понижение. Народ, подписывайтесь ко мне в Инстаграм. Подписывайтесь в Инстаграм, потому что в Инстаграме я публикую самые свежие новости. То есть с Инсты вы будете узнавать обо всем самыми первыми. А потом я уже выкладываю все в YouTube, в ВК. Подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайки этому видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Всем спасибо за поддержку, за просмотр. Желаю всем удачной торговли. Всем пока.